Руководители местного отделения «Молодой гвардии Единой России» посетили лицей номер 15. Они рассказали учащимся старших классов об условиях вступления в ряды общественной организации, а также о перспективах развития молодежной политики в городском округе Люберцы. За беседой наблюдала и наша съемочная группа. Молодая гвардия Единой России – самая большая по численности общественная организация в стране. До сегодняшнего дня члены сообщества знакомились со своей деятельностью только студентов и молодежь. Но вот уже на протяжении месяца люберецкие активисты периодически проводят встречи со школьниками. Главная цель – подготовить юношей и девушек к правильному выбору будущей профессии. Мы предлагаем им первые практики на разных предприятиях, на разных заведениях. В том числе есть такое понятие, как стажировка. Мы предлагаем им стажироваться на муниципальных учреждениях городского округа. Также есть возможность у нас пройти стажировку и в правительстве Московской области. Вступить в ряды молодой гвардии не так просто. В отличие от многих других общественных организаций, перед этим кандидат проходит процедуру собеседования. Доказав свою активность и готовность принимать участие в молодежных мероприятиях, он становится частью большого и дружного сообщества. На данный момент в городском округе Люберцы около 500 молодогвардейцев. Если у вас есть какой-то проект у себя в голове, вот, и вы хотели его реализовать как-нибудь, вы можете совместно с нами его реализовать. Активисты и руководство молодой гвардии планируют посетить все общеобразовательные учреждения городского округа. А следующим этапом станет знакомство с учащимися среднего звена и студентами высших учебных заведений. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.